к инструктору. Да хорош! Да я нечаянно. Нечаянно? Я ты, правда, нечаянно. Смотри. Ты, мы что, друг в друге застряли? Знаешь, я не могу, ты... она не едет. Ты серьезно, ты нас забаговал? Да иди ты нафиг. Всем утюг, с вами автобусный водитель Галюк, а также Сорс и Дуд. Бип-бип. Мы тут решили открыть свое автобусное депо. Да, и сейчас вот мы... За проезд передаем, кстати. Набираем персонал, так сказать. Да, набираем персонал, поэтому у нас сейчас такой отборочный раунд. Кто пройдет, тот молодец, и того мы возьмем на работу. Вон там парочка уже поехала, чем подписчиков. Чем платите, кстати, на секундочку? Шаурмой. Можно шалуха, да, почему бы нет? В сырном лаваше. Едрить, он скользит! Пните меня, пожалуйста, сзади чуть-чуть, а? Там. Воу, воу, тихо-тихо-тихо, спокойненько, спокойненько, хорошо, все. Я тоже по право поеду. Ребята, да, это будет трындец. Больно. Это будет очень больно. Это, я просто тупо не смог в поворот войти, и это проблема. Знаешь, кто меня очень сильно раздражает? Тут ты вот стоишь, и сквозь тебя прозрачнее вот эти вот... Это был я, да. Да? Да. А, то есть ты мудак. На этот раз это точно был я, да? Да, я мудак. Я понял. А кто меня сзади пихнул, что я ехать не смог потом? Блин. Как там войти в поворот такой? Это же пипец. Вот смотри, у меня все колеса практически стоят на земле. А, меня уже пнули. Да. Пока. Но это говно не едет! Камон, слушай, я не могу через этот трамплинчик проехать. Скилл-тест, ребят, чтобы вы понимали, 30%. Ну, типа, мы должны вытянуть, по идее, вообще без проблем. Я не знаю, это нужно как-то тормознуться там. Нельзя тормозить, он потом не вытягивает. Ну, это потому что ты на клавиатуре. Иди в жопу. Он опять за свое. Он опять будет под клавиатуру боярина обижать своим вот этим вот гладовым. На разгоне проходим. Только на разгоне. Скажи, не вытягивай. Прошел? Да блин, он скользит в бок. Так, ну я, короче, спустился вниз, просто в бок встал. И проехал. Кусок говна. Неповоротливого. Да ладно, у меня любая техника. Стоп, знак, езжай отсюда нахрен! Признаемся, что я просто рукожоп и все на том, как бы. Фу! Дуд, а что это такое? Да я сам не знаю! Что это за балерина автобусная была? Давай, говно! О, нормально. Я рисуюсь, короче, идите нафиг. Классно. Дуд, автобусная балерина. Так, ну я хоть до чека, надеюсь, доеду. Дуд! Во, ребят, ну смотрите, вон впереди вас уже проехали. Глюкоман вырвался на первую позицию. Заметь, не доехал на первую позицию. Видишь, всякие лошары там вас объехали, а вы там сзади застряли. Как так? Что сразу лошары? Ясно. Сорс, ты зачем чат открыл? Это не я открыл, это блядь открыл. Там главное первый поворот проехать, в остальном легко. Да, там дальше вообще изи. Татюка, что здесь за такие островки непонятные? Все прохожу, а остальные не могу. О, люди, есть такая штука, называется сарказм. Сарказм, когда говорят, да, ты дебил. И это неправда. А я что-то плохой пример дал, но, собственно... Спокойно, спокойно. Что это было-то? Чтобы вы понимали, ребят, мы до этого Сорс заставили проходить одну очень сложную хрень, и он просто весь сгорел. Там было немножко неприятно. Я не горю. Все хорошо. Он сгорел просто как спичка. Я не горю! Он Да как это? Господи, это на скорости надо проезжать, это иначе не проедешь. Сейчас. Ну не лезьте ж вы вперед! Можно я проеду? Я тут стояла. Ладно, я тут не стояла, хорошо.
Я отвлекаюсь. Хорош, да? Лезть вперед! Ладно, ладно, я только спросить хотел. Гений, блин. Хорошо, встану в конец. Автобус шлифует. Это я понимаю. Автобус, да, автобус шлифует, это прикольно. Понимаю. Стоим на чеке? Я проехал. Там еще и бустер. Там еще и бустер в конце, понял. Да, там чувак только что впереди тебя улетел. Почти. Короче, вот чуваку с ником Blood Respect. А что он сделал? Он показывает правильную дорогу. И где бустер? Да. Так, если я одним проехал, значит и тут проехал. Да почему ты не проезжаешь? А ты Ctrl зажми и едь прям вот... Сорс! По вектору. Кто тебя сюда звал? Не знаю, а кто тут стоит? Уходи! Мне нужно назад сдать. Поздно. Ты мне мешаешь. Мне нужно вперед сдать. Иди в баню, а! Мне вперед нужно сдать. Тюка! Пацаны, я к вам! Я еле доехал. Я тоже сюда первый раз доехал. Нет, на черную надо с разгону. Кому больше надо, мне или тебе? Ну давайте я тоже тогда все. Я сейчас тоже тебя так подопру. Ты думаешь, что ты так один можешь, да? Я сейчас тоже приеду там. Хорошо. Ах, как вы любите друг друга. Хорошо. Обожаем. Да почему? Почему оно врезается тут? Я не понимаю, слушай, как ты заехал? Я типа прожимаю вот это, я поднимаю нос, но мне вообще не помогает. Я максимально далеко отъехал на оранжево-голубой и взял вектор по уголку. И то есть ты просто вперед сдавал с максимальной скоростью, так получается? Да, 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 да. С контролом. Типа, ну короче, мне скорости не хватает. Охереть. Это было сильно. Какого ляда вообще? Я не понимаю. Это такой тупой элемент. На грибаном автобусе сраные уголочки проехать не могу. Серьезно, что ли? Блять, Сорс! Что? Иди вон отсюда! Назад, давай. У тебя-то колеса тащит. И езжай назад. Я спроси. Езжай в свою очередь. Заколебасил. Я спроси. Иди отсюда. Я спроси. Иди отсюда, говорю. Я только спроси. Я здесь без очередников. Я тебя спрашиваю. Я здесь без очередников выпну сразу же. Моя очередь. Так, Сорс, не твоя очередь. Иди нафиг. Нет. Ну, стой назад. Что ты какая же жопа-то, ну. Езжай. И без тебя сложно, блин. Это смех или слезы? Да. Смех плюс слезы. А, собственно, да, да. Ой, да ну нахер! Тормози! Подожди, а куда? Куда? Как? Кто там сзади подстроился? Сейчас немножечко на меня, потом зашлифовать задними колесами на черную. Я понял. То есть, а там, где ты, я не могу проехать, что ли? Вот почему? Там же только жопой. Ну попробуй, попробуй. Посмотрите на меня. Так долго стоял. Ты... Извини, просто у меня уже так подгорел от этого тупого элемента, что мне уже по сторонам затрать не хочется. Ты пропустил стояние автобуса на двух колесах. Так, все, записываю еще себе на превьюху. Левгук? Да. Привет. Поехали. Понял! Как тупой автобус, ненавижу тебя! Как же это обидно, боже. Я просто представляю твои эмоции сейчас. Сочувствую, бро. Сюка, теперь сейчас тут опять всю эту очередь выжидать, да? Ехайте, бочки! Заколебасили! Оп! Пошел ты нахер! То не резайся! Не резайся. Гребаный автобус. Не, ну подожди, я сейчас могу еще назад сдать. Попробуй. Я все равно упал. Я не могу, подожди. В смысле не могу, Ну все. Сосиска. То есть шлифовать мы можем, но назад сдать мы не можем? Ну все, бан. Как это работает? Ну вот так. Что это такое? Подожди, ну не может быть такого. Ну давай назад. Щука. Блять, ну почему-то не сейчас, да? И там сзади кто-то, как обычно. И как обычно, оно назад не сдает. Ну-ка, пни меня.
Сейчас. Недостаточно, да? Ясно. О, да ладно. Не, ты помог. Да? Как это бы не было странно, ты помог. Ну, там удар такой смачный был, на самом деле. Да, но я был как бетонная стена. Холоден и неприкосновенен. Бетонная стена, холдинг и неприкосновенен? Неприкосновенен. Что? Тюка, я не понимаю, как я туда проехал? Да почему ты, господи? Надо больше угол брать. В смысле больше? Больше налево, что ли, заворачивать? Угу, понимаю. Ну-ка, пни меня. По-моему, тебе похрень. Не, ну как ни странно, нет. Я не знаю, как это работает, но... Ну, какого хер ты пинаешься? Стоишь себе на розовой, стой. Напиши ему в комменты. Я ему уже сказал об этом. Вот так. Выразился. Зато все предельно понятно. Коротко и лаконично. Не лез. Да блядь! Да как ты работаешь, субака? Бляха, муха. Ай, Люк, сорян, у меня тут респавнился и появился. Как так? Не знаю, магия, блэд. Однажды ученые открыли элемент, который назвали глюканиум. Из него они отлили маленького мальчика. Ну что-то заключил, а получился 30-летний мужик. Блядь. Ладно. Хорошая сказка. Я прошу прощения, я хочу попробовать заехать на вот эту штуку. Жопой. Угу. Не знаю, в чем ваша проблема, ребят. Как, Блэд, ты это сделал? Я не понял. Я не знаю, я намного левее заворачиваю. Боитесь завернуть. Смотри, мы, короче, на угол заворачиваем. Я заворачиваю гораздо левее, чтобы цепануться правым колесом и с резкой дать направо. Ты левым колесом вообще цепанулся. Ты вот заехал вот с ровненькой области. Ну, я даю гораздо левее и цепляюсь правым колесом. Разве нет? Типа вот как-то вот так вот ты вообще заехал. Бля, как? Я не понимаю, типа он как-то... У меня такое ощущение, что он поставил машину, типа он заехал просто вот... О! Вот, блин, еще один такой вот же. Вот он левее дал сейчас. Нет, сорс, направо. Направо. Я знаю. Клифуй. На середину левым колесом. На середину этой оранжевой, черной херни. Вот да, вот я же тоже так хочу. Дручень корпорейтед, Блэд. Бляха. Ты че стоишь, сорс? Я развернуться хотел. Зачем? Просто на красную заезжай, и потом разворачивайся по зелененькой жопой. Да? Я не сильно понимаю. Главное, вперед не газуй ни в каком разе вообще. Я с телешлифовкой или задний ход. Иначе улетишь. Пупка разорвет пукан, я думаю. Бустеров не вижу. У пупка разорвет пупкан. И здесь есть? А, нет, там нет. Езжай жопой, не бойся. Не могу. А, вперед сдай. Не могу. Нельзя. Не могу. Нельзя тут? Я не могу. Давай я пну тебя. Давай. Ну, просто я пнуть могу тебя такой в бочину. Тут можно спнуть тебя сверху. Давай еще раз в бочину так же. В лицо бочину. О, спасибо. Я просто еду жопой здесь, потому что я боюсь ехать здесь передом. Та самая. Я не знаю, что здесь ожидать вообще. На том тупом элементе так застрять, господи, он так просто выглядит. Да, полчаса, охренеть. Давай, подъезжай. Ооое! Пупок автобуса, это не мое.
Все, смотри, короче, как тут дальше проходить. Едешь такой и понимаешь, что автобусы это не твое тоже, как и у пупка. Да? Я думаю, да. О, хорош, проехал. Теперь как-то нужно проехать через эти камешки. Я так думаю, что у них коллизия огромная, наверное. А, она симметричная скотина. Вы через какую жопу вы поехали? Там с другой стороны объехать можно. Неважно. Так, все, отлично. Все, найс. Господи, те островки были просто страшным удачным. Полчаса на них просрали. Шесть. Леха, ребята. Да, да, что? Там все очень плохо, да? Да. Еще одни островки. Нет, не островки. Тут рельсы. О, но. Ну, как сказать, я, короче, почти доехал, но я не доехал. Ага. Шлифану немножечко. Шлифани, пожалуйста. Ехай, бочка. Ну как так? Там уже чек, вон я на него рукой дотянуться могу. Чувствую. Слушай, а может пнешь меня? Хватит, может, тебе? А, ну, давай попробую. Только аккуратненько, чтобы ты сам не упал. А, круто. Сделаем коп. И приводные колеса хрен знает где. Зашибись. Он полноприводной. В смысле, передние тоже? Да. Да, чё же он не гребет ими? Но он ими очень плохо гребет. Он ими не гребет. Я думаю, что он заднеприводный на самом деле. Сзади четыре колеса, вроде бы все работают. Да, все хреново работают. Давай. Бляха. Сорс. Глюк руина. Сорс, помогай. Ты нам нужен. Да, хорошо. На месте стоишь. Тяпнуть? Давайте, я не, ну ладно, я тоже от респонса. Я ничего не могу сделать. Проходить. Тебя подобнуть? Пинай. Какое овощное говно. Глюк, мне нужна твоя помощь. Конечно, скорый автобус Глюка идет на помощь. Тихо. Тихо, они скользкие очень. Сейчас, подожди. Дуд, ехай, бочка. Спасибо. Ехай, бочку, говорю, что не едешь. Во, спасибо, спасибо. Тихо ты. О, нормально. Глюк, герой. Это Дуд герой. Прошлой смертью. Спешат. Прошлой смертью. Прошлой. Пошлой смертью. Звенящая пошлость. Что? Так, как там ехать сейчас аккуратно, а, Сорс? Вот давай, ты как инструктор. Да хорош! Да я нечаянно. Нечаянно? Я правда нечаянно. Смотри. Мы что, друг в друге застряли? Смотри, находишь, где у тебя на клавиатуре Alt. Я не могу, она не едет. Ты серьезно? Ты нас забаговал? Да иди ты нафиг! Давай расшлифую как-нибудь. У тебя, смотри, у тебя ты ко мне на бампер оперся. Мы не поезд, все нормально. Вы не пони. Ну это было бы смешно. Сорс, ты едешь? Да. Ты ровно стоишь, да, у себя? Да. Ладно. Ладно, хорошо. А у вас хорошо, что, нет? Нет. Ты по диагонали стоял, как я застрял, прям так же стоял. Проедешь или к тебе подъехать туда? Я проеду. Не, я Дуду. Не можешь перепрыгивать. Дуду. Дуду. Дудо. Знаешь, птичка есть Дудо? Угу, только вымерла. Тихо, блин, надо сказать, чтобы он сказал да. Я такой, а, она вымерла. Испортил все. Ах, обидно-то как. Все. Все? Фу, я проехала. Дудь. Что это такое? Что вы дуть? Сразу дуть. Летающий автобус. Ни хрена себе магия, ребят, давайте сюда. Арабская дочь, да? Арабская дуть. Ясно. Наркоманы. Там так. Там такой маленький чек. Он такой малюсенький, такой мимилюмими. Что? Там такой маленький чек. Он думает, что он большой, а он такой маленький. Ребят, вы посмотрите на эту дичь. Вы где там? Еду по рельсам. Так, ну давай, Дуд-то нас догонит, а Сорос, давай сюда. Да, конечно. Сейчас догоню. Хорош. Видишь этот чек? Да.
Да он же малюсенький, он же мимимишный. Да, его непонятно где. Как его проехать? Блин, подожди, мне не заворачивает машина туда. А что здесь Польша делает? В смысле Польша? Да вон, предыдущая платформа. Привет! Кто бы это ни был. Это был Сорс. И он железобетонный. Ясно. Вот это, конечно, такой себе элементик. Я тебе скажу, он не шлифует здесь что? Почти что вообще. Меня подкинуло просто так, да. А, ну по фану, чё, не, чё бы нет. Чего бы нет. Еду, еду. Дзинь. Мне кажется, что эти маленькие чеки, они фейковые. Возможно. Мне будет страшно, если они... Фейк. Фейк. Это программист и фотошоп. Какой здесь... маленький чек. Ребята, в смысле? Ни хрена себе элементик. Я понял, да-да-да. Мамма мия. Мне страшно еще падать, что пипец. Не волнуйся, сама. Там что, бустер? Да, там бустер, но потому что ты без бустера вообще не заедешь. Ну это фейковые чеки, ребята, не падайте. Соболезную. Это все фейки, это не настоящие чеки. Это не настоящий глюк, это все фейки. Они не выросли до настоящих, блин. И он не едет, газ вообще нельзя отпускать, вообще. Ну да, так в том-то и проблема. Ты на миллисекунду отпускаешь, а он сразу вниз скатывается. Прям, еще там завернуть YouTube нужно правильно, пипец. Арабская дочь. Я заехал. Это странный прикол. Почему дочь-то? Готово. Арабская дочь, это странный прикол? Да. У тебя жена, например, не арабка, и ты не араб, а арабская дочь. Что? Это стрёмно. Это будет стрёмно. Да. А потом эти вот всякие теории. Как? Подожди, как ты туда заехал? Как? Я, короче, я тупо в поворот не могу вписаться. Смотри, ты максимально рулишь налево, то есть вот колеса, чтобы чуть даже не свисали. Тут иди нахер отсюда! Да нормально, 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 нормально. Вот, проезжай, пожалуйста. А, я пошел в сраку. Господи, слушай, я не думал, что на автобусах так сложно ездить. Короче, с раскатички ты должен заехать. Там еще 20 чек, ой, 10 чек. Не поликантор. Дружище, ты чего? Какой финиш? О, давай с Е. Потому что он сейчас Е. Писёсь! Правее бери. О, внизу подводная лодка. А, да? Возможно, она даже моя. Здорово. А у меня нет подводной лодки. Нищеброд. Даже подводную лодку позволить себе не может. Все, сейчас Сорс обидится, не будет с нами снимать. Это же отлично. Отлично для Сорса? Ну да. Давай, ехай, бочка, ехай, 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 ехай. Да ну нет! Ну нет! Можно будет назвать слишком рано. Последний ролик Сорза. О, нет! И все. А потом тебе в комментах скажут, возвращайся, ты такой... Ну ладно. Они не напишут комменты, они даже лайков не поставят под ролик, они ж... Они... Если они так сделают... Ничего не поставят. Если они так сделают, мы обидимся. Давайте челлендж. Дизлайки, чтоб Сор заливнул, и лайки, чтоб Сор остался. Ну давайте, давайте, нормально. Ты понимаешь, я сейчас такое видео... Видел такое херясь, и минус... Там сразу 5000 дизлайков сразу будет. Блять, слушай, я типа не знаю, это какой-то такой угол. Вы оба прошли без проблем, да? Во-во-во-во-во-во-во! Хорош! Он смог! Мать вашу, как я это сделал! Я вообще не понял, как... Его, короче, как будто, знаешь, тупо понесло просто вот каким-то магическим образом. Блин, феи вокруг наколдовали какую-то херню. Я полетел. Это пупок наколдовал. Да, магический был. Не поворачивал бы. Утюга! Вот это было дичь. Ща я доеду, там фигня. Ожидаем. Вот видишь, это все из-за джойстика. Он этот сосок дернул и уехал влево. А мы на клавиатурах, как бояре, взяли, повернули и поехали. Ну, классные соски же. По крайней мере, я соски трогаю чаще, чем вы. Вот и все.
Вот секрет удачности на ютубе. Не надо, не трожь. Я до сих пор не понимаю, как ты это делаешь. Оставь мои соски в покое. Пошел, родной. Так, нам надо развернуться, я понял. Ляха-муха. А ты что, Дуд, а ты не пробовал где-то такой стрелять? Куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть. Да хорош. Что? Ну, короче, он мне соски теребит. Я не знаю, каким образом у него это получается, но у него на расстоянии получается мои соски трогать. Уже третью серию подряд. Какого хрена? Да я не понимаю, как он это делает. Смотри, еще могу вот так. Правда, сейчас будет больно. Или не надо? Так, перестань мне тут, а то я не знаю, что ожидать уже дальше. Чемпионок под жопу пролетит. Не закрывайте глаза при просмотре этого ролика. Сорз. Я не знаю, что здесь с гравитацией, но, короче, что-то вот как-то жопой тяжело. Главное не сдавать вперед. Не сдавать вперед. Здесь, что здесь делаешь? Здесь вообще очень странно и сложно. Вот ты сдаешь назад, а он вот что творит. Мне нужно перекинуться просто на ту тарелку. Мордой, что ли, ты думаешь? Да чем угодно. Жопой. Нет! Что это было? Я жопой перекинулся. Ну, респаун. Типа, я жопой еду дальше. А звук? Ну, респаун. Звук тут респаун ты злой. Да. Друг, ты злой. Ребят. Да. Ну я даже не знаю, как это. Как бы это явно будет вообще неприятно. Я значит, вижу. Не смотри туда. Если насмотреть не на проблемы, значит они исчезнут. Да? Реально? Ты уверен? По-моему, так не работает. Но здесь гребаные малюсенькие заборчики. Прости. И они очень близко. Знаешь, прости. И дай бы еще расти. Они у меня моргают, и у меня контрастность адаптируется. Да, у меня то же самое. Все, хорош. Сделали. Я первый. Я молодец. Молодец. Я супер огурец. Финишируй. Там еще не финиш. Далеко, по-моему, не финиш. Финишируй. Здрасте, ребята. Привет. Хотите, если, помогу если вам? Если ты меня спихнешь, я ливну. Тихо-тихо, все, не спихивай. Я ухожу. От вас. И ролик так назовем. Я ухожу. Я устал, я ухожу. Супер кликбейт. Смысл? Господи, тут еще и дырка есть. Я думал, там нет дырки, а тут дырка. В носке. Не в носке, к сожалению. Лучше бы в носке. Уруда. Спасибо. Что? У тебя есть такой носок. А ты откуда знаешь? Я видел. Нет. Во сне. Так это... Спрашивайте, откуда у меня сны про носки Дуда. А чё, так не пойдет, да? Нет. В смысле? Блять! Дуд, блядь! Лакер, гребаный, ты что делаешь? Как ты... Нет, он скиллер. То есть пока я вот это... А чё, так не пойдет, да? Ладно, я тут объехал. Каждый решил по-своему, хорошо. Так. Господи, что это за преграда такая? Да прутики. Как я тут проехал-то? Проехал же. Топеры. Не проехал ты. Утюка. Ехай, бочка. Дуд читер. Нет. Дуд читер. Совет, когда будете на конце прутиков, об левую стенку. Привет. Привет. Пока. Пока. Тюка. Ну нет. Ну давай не за... Ну ё... Господи. А, ну нормально, здесь чек был, хорошо. Это уже радует. Да. Особенно меня.
Так, все, я, короче, еду со всей дури, а потом нужно вперед нажать, да? Я так понимаю? Yes, yes. Я не могу перевернуть. Здрасте. Не могу перевернуться. У тебя такая же проблема, да? И как охота матюкнуться. О, нам Сор сейчас поможет. Дед, мы его запороли, все. Да в смысле, чего они, серьезно не может перевернуться, что ли? Угу. А что, в смысле? Что за дичь? Подожди, а я же взял чек. Чё, парень? А, ну да. Тупые. Огрызки. Так, я думаю, что чел не зря задним ходом едет. Да, наверное, да, не зря. Не зря. А, да. Очень не зря. Так, у нас первый испытатель поехал неправильно. Значит, все повторим по-другому. Вы что-то на перегонки едете, я не понимаю. Да. Что, нельзя? Да пожалуйста. Тюкадут, бля! Куда ты пихнул меня? Он сегодня всем помогает. Помогатор, блэд. Тыц, дрыц, телевизор и пол дудика внутри. Почему только пол? Где остальной дуд? Я не понял. Я платил за полного. Какой пол дудика? Ясно. Он такой. Он уже говорил, вертолет. Паркет. Вертолет, он паркет. Говорил. У него пол из паркета. Я Intel Core i5, вообще-то. А, да, это Source вертолет, по-моему. Иди в пень! Ну что тут ехать? Сорс, уходи! Что тут ехать? Плохой Сорс! Я не могу, я застрял, я не могу. Я чек хочу, а не тебя. Ладно. Все, отлично. Вот так вот, значит, сначала он предпочитает чекпоинты. А потом что? А потом сложно, да, уже придумать? Так, окей. Я хочу развернуться. А, долбани мне по жопе, пожалуйста. Сорс не справился, долбани ты. А еще можешь? Ладно. Сорс, я все вижу. Мы прям вместе. Да я ж помог его развернуть. Слушай, ну он неплохо едет, кстати. Я не знаю, может быть потому, что у него 4 приводных колеса сзади? Или потому, что он кто говна? Не, ну объективно. В принципе, интересная машина с интересной физикой. Еще бы переворачивалась с крыши, блэд, хоть как-нибудь. А он не переворачивается, вспомни РП. Утюка! Он не переворачивается вообще. Так, здесь чек был, нормально. Кусок говна. Не машина, а кусок говна. На-на-на-на. Вас ждет здесь ветряк. Скорее, просто крутилка. Ну, хорошо, да. Крутилка, крутилка. И что? Водные крутилок. Платились крутилки. Не-не-не. Ребят, тут... Хорошо пошел. Я все вижу. Полет. Я вижу, хорошо пошел. В смысле полет, блэд? Какого? А как? Ни хрена себе. Чё там? Вау. Чё там? Ну, короче, Глюк Airlines. Again? Ну, на автобусе Глюк Airlines. Крылья теперь лишняя деталь. Глюк Airbus Lines. Airbus Lines. Airbus, причем в реальном смысле. Да, вот не Airbus отсюда. Ого. Сайербасил. Понял? Кто? Не знаю, это твой есть Airbus. Чё-то я не понимал. А, ну вот, нормально. Я вертолетик, Глюк, смотри! Ого! В смысле, чек в воде? Нормально, нормально, здесь можно засейвиться. Как тебе мой вертолетик? Мой лучше. Ясно. А тут платформа. А, ну то есть все, тут смотри, тут пара чеков. А, ну да. Мячики. И мячики.
Фу, господи, какая потнина была. Сколько мы проходили это? Ну, час. Долго. Ребят, ну это просто какая-то адовая говнина. Согласен. 60 минут. Хотя, в принципе, тот мы тоже проходили 60 минут, но он был гораздо легче. Ну, как кому. Ладно, ребят, мне кажется, что все-таки были интересные испытания. Автобусом я ни разу не прокатывался на таких скилл-тестах. Ставьте лайк, пишите в комментариях, если вам понравилось. Ну, и все, и всем удачи, всем бобра. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.